rbt.ru теперь в Стерлитамаке. Компания предлагает покупателям новый формат магазинов. rbt.ru. Окончание .ru не случайно. Оно означает для покупателей, что цены на товары в розничной сети снижены до уровня цен в интернет-магазине. Огромный выбор бытовой техники и электроники по самым доступным ценам. Компания rbt.ru расширяет сеть и открывает свой магазин в Стерлитамаке в торгово-развлекательном центре City Mall. В 2015 году компания открыла 14 новых магазинов в Челябинской области. Еще раньше в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Алтайском крае, Новосибирской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Отработка нового формата длилась 2 года. И во всех регионах мы получили хороший опыт с точки зрения объема продаж и самые положительные отклики от покупателей. В июле этого года мы предложили новые преимущества формата магазина для жителей города Стерлитамака и приглашаем всех на грандиозное открытие, которое состоится с 21 по 24 июля по адресу проспект Октября, 36, торгово-развлекательный центр City Mall. Цены как в интернете, но при этом товар можно посмотреть, подержать в руках. Консультанты rbt.ru представят покупателям максимум информации о товаре, а широкий ассортимент дарит возможность выбора. Кроме того, покупатели порадуют частые акции и бонусы. Компания RBT основана 2 февраля 1930 года, является на сегодняшний день старейшей компанией по продаже бытовой техники на рынке Российской Федерации. Торговая сеть насчитывает 60 магазинов в 39 городах России. Не пропустите торжественный на открытие rbt.ru в Стерлитамаке. Торгово-развлекательный центр City Mall, проспект Октября, 36, с 21 по 24 июля.